Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство DJI Vivo Max. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение телефона, после чего выбираем какой-нибудь контакт, которому хотим добавить фотку. Далее нажимаем на значок карандашика. Здесь мы нажимаем «Сменить фото» и можем либо сделать новое фото, либо выбрать другое фото. Попробуем выбрать, посмотрим. Ага, тут у нас ничего нормального нет. Ну ладно, выберем что-нибудь. В общем, выбираем фотографию, можем ее обрезать. Нажимаем «Сохранить копию» и нажимаем «Сохранить». И таким образом мы добавляем фотографию к контакту. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.